Слободнинские газовики приняли участие в экологической акции, которая проходила в рамках Всероссийского субботника «Зеленая Россия». На один день инженеры и операторы управления магистральных газопроводов компании ООО «Газпром Трансгаз Томск» перепрофилировались в сотрудников лесхоза и посадили небольшой сосновый бор. Подробности в следующем сюжете. Нашим детям, чтобы природа была. Воздухом свежим дышали. И это главный мотив, который побудил сотрудников ООО «Газпром Трансгаз Томск» взять в руки лопаты и отправиться восстанавливать лесные угодья. Озеленили участок, который 5 лет назад был полностью уничтожен природным пожаром. За пару часов тогда сгорели тысячи молоденьких сосенок. Устояли лишь взрослые деревья. Сосны, поврежденные пожаром, они сейчас не плодоносят. Это где-то, ну, может, лет через 5 они начнут, потому что они, ну, больные, поврежденные. Саженцы трехлетки выращены в питомнике Слободнинского лесхоза. План на осень – 300 тысяч корней. Большую часть разместят при помощи специальной машины. Но ручной труд творит чудеса, уверены лесники. Приживаемость молодняка в разы лучше. Потому на предложение газовиков провести совместную экологическую акцию откликнулись сразу. Мы всегда составляем на следующий год планы мероприятий по экологии. Сотрудничаем очень хорошо с городской администрацией. Проводим городские мероприятия, это субботники. Нам выделяют определенную площадь, где мы наводим порядок. ООО «Газпром Трансгаз Томск» – социально ориентированная компания, оказывает всестороннюю помощь регионам, в которых реализуют свои проекты. В том числе в ходе создания крупнейшей системы транспортировки газа на востоке России – «Сила Сибири». За пару часов волонтеры окультурили гектар лесополосы, посадили 3000 сосенок. Чтобы вырасти в красивый бор, этим деревцам потребуется более полувека. Помогать природе в регионах своего присутствия компания намерена и впредь. Светлана Дежова, Юлия Долгорук, Кирилл Захаров, Вести, Благовещен.